В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Ленинский районный суд вынес приговор 32-летнему водителю «Хонды». Мужчину признали виновным в гибели целой семьи в аварии. Напомним, ДТП произошло 24 февраля прошлого года на Советском тракте. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным ГИБДД, авария произошла на 18-м километре трассы Киров-Советск. 32-летний водитель «Хонды» ехал в Киров. 38-летний водитель «Рено» с супругой и 5-летней дочерью двигался из города. По словам очевидцев, семья ехала в гости к родственнице. Произошло столкновение автомобилей «Хонда CR-V» и автомобиля «Рено Симбол». В результате происшествия семья из трех человек, которая находилась в автомобиле «Рено», это мужчина-водитель, его супруга-пассажирка, а также 5-летний ребенок, получили травмы, несовместимые с жизнью. По информации очевидцев, семья планировала переехать в Израиль. Уже были оформлены необходимые документы. Однако после ДТП все трое погибли. На 32-летнего водителя «Хонды» завели уголовное дело. Суд признал его виновным в ДТП и вынес приговор. 4 года колонии общего режима. Также мужчину лишили водительских прав на 3 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Узнать свой биологический возраст и заработать денег решил пьяный Андрей на улице Московской. Мужчина случайно забрел в офисное здание и выбил дверь на втором этаже. За ней оказался кабинет оздоровительного центра. Оттуда злоумышленник похитил оборудование на 20 тысяч рублей. Вот устройство, которое вы похитили, вы знали, что это за устройство? Я думаю, это весы какие-то. По данным полиции, Андрей ранее судим за кражу, и теперь ему грозит новый срок до 5 лет тюрьмы. Свою вину мужчина признал. В Коминтерне на улице Пионерской с виду пьяная женщина с ребенком пошла через дорогу. Водитель иномарки вовремя среагировал. Он остановился и стал объяснять женщине, что она могла погубить не только себя, но и свою маленькую девочку.